кошкам опять холода. На дорожках замерзшая слякоть. Не пойду никуда. Да, мне сегодня охота поплакать. Настроение с утра очень скверное. День такой неудачный, наверное. День такой неудачный, наверное. Ой, ну когда же Шуня-то с Зубком вернутся? Не понимаю, что можно в такую погоду на улице делать? А вот и мы! Ой, дядь, зря ты с нами, Коксик, не пошел. Да мне в окно-то смотреть холодно, не то что на улицу выходить. Ну и напрасно. Там хоть холодно, но красиво. Да еще и сюрпризов полно зимних. Ага, представляю, каких сюрпризов. Бррр. Вот таких. Смотри, какая рябинка. Эта синичка мне сорвала с ветки. Красота, правда? Ага, красота. Спасибо тебе, Зубок, что вытащил меня на прогулку. Тоже мне радость гулять в такую погоду. Подышать свежим воздухом любую погоду полезно. Угу. Полюбоваться на заледеневший пруд. Да, на лес, который в снег оделся. На ветру продрогнуть. Ну что за настроение у тебя, Коксик? Ну такое вот настроение. А что это вы расщебетались, лес в снег оделся, сюрпризы зимы? Мы так здорово погуляли. В лесу, правда, очень хорошо. Очень. Хорошо говорите. Ну-ка, в корзиночке-то у тебя что, Зубок? Это желуди. Мне Белочка из своих припасов дала несколько штучек для поделок. Значит, сегодня все с подарочками, кроме меня. Ну, теперь мне еще хуже стало. Ой, ну а это еще почему? От чего? Ты заболел? Да не заболел я, вот не пошел с вами гулять. Я от природы никаких подарочков не получил. Не расстраивайся, природа и тебе какой-нибудь сюрприз припасла. Какой? Где? Ну, где-где? Завтра пойдешь на прогулку и найдешь. Да. Завтра. Вам-то она, во, сегодня подарила. А мы с тобой это поделимся, вот. Да. Не, если поделитесь, это сюрпризом не будет. Какой ты, Коксик, привереда. Да. А знаешь, я утром тоже сначала загрустил, что погода не совсем такая, как бы мне хотелось. А потом присмотрелся. Ну, с одной стороны, да. Не Настя, а с другой. Что с другой? Подумаешь, не Настя. Не Настя, не беда. Ведь не в погоде счастье, а в нас самих, да-да. Пускай же все плохое растает, словно тень. Как ты на день настроен, таким и будет день. Как я настроен? Это что ж значит, я сам себе такой неудачный день устроил? Выходит, сам. Да, а ты посмотри на этот день по-другому. Найди в этом не Насте что-нибудь хорошее. Да ну, что может быть в нем хорошего? Вижу. Смотрите, вон он, вон на нашем клёне последний листок колышется. Едва держится, да вон же он. И цвет у него какой-то необыкновенный. Бордово-желтый. Ух ты, красивый. Морозцем тронутый. Да вот же он, мой сегодняшний подарок зимы. А, точно. Так, а давайте завтра устроим соревнование, кто лучше нарисует вот этот вот последний лист. Давайте. А сейчас с ребятами нужно попрощаться. Ага. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели уже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер
этих чудесных краях.